Вот посвящение было посвящение Санкт-Петербургу, а теперь посвящение Арбатскому подвалу, на котором находилась археологическая база, на которой мы работали, проводили концерты и много чего там было. А что же мне делать с извечной привычкой одной, еще до рождения, наверное, полученной мной, такой насущной, старинной такой привычкой, хоть изредка, хоть иногда, но смотреть из окна? И взгляд мой скользит, но его караулит стена. И, выключив свет, я отчаянно чиркаю спичкой. Священное действо, надежды безумный прилив, что темень пустую на свет и на тень разделив, огонь новоявленный сможет раздвинуть пределы. И в рыжую плазму, как в светлую цепь анфилат, стремится немедленно мой неприкаянный взгляд. И падают в желтые степи каленые стрелы. Там дом мой стоит на высоком-высоком холме, усталым паломником в выцвешей светлой челме, следя за дорогой сквозь узкие окна бойницы. Омаревом тонким роятся иные миры, иные, сие означает ни злы, ни добры. А к дому летят золотые и белые птицы, и путь мой так ясен, что нечего больше искать. Ты гасишь свечу, ты боишься меня отпускать. Змеиным кольцом окружают нас скользкие стены. На небо, на море, на город, во двор. Все равно окно, повторяю тебе я. Мне нужно окно, как око, как вздох, как рывок из змеиного плена. Спасибо.